А накануне в Омском городском совете прошла прямая телефонная линия с депутатом от КПРФ Иваном Фединым. А мечи активно звонили народному избраннику. Люди обращались с самыми острыми проблемами. Это увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте, налог на землю под гаражами, обслуживание в медицинских учреждениях и перерасчет стоимости услуг ЖКХ. Иван Федин подробно ответил на каждый вопрос, а несколько из них взял на особый контроль. На прямую линию обращаются, как правило, пожилые граждане, пенсионеры, проживающие в городе Омске, которым не хватает стабильности и социальных гарантий. Мы призваны на защиту таких избирателей. У нас прямой наказ от наших избирателей КПРФ защищать прежде всего обездоленные категории населения. Это пенсионеры, это молодежь. Это работающее население, и мы рассказываем на прямой линии, что мы можем сделать сообща. И я вижу, что есть диалог, что можно изменить жизнь к лучшему.